Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим заднюю камеру на iPhone 6. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Откручиваем. Вынимаем. Первый. И второй. Теперь необходимо отщелкнуть модуль. Это делается с нижней частью аппарата. Отщелкиваем. И с другой стороны. Отщелкиваем. Открываем. Теперь необходимо демонтировать металлическую пластину шлифов. Откручиваем 5 винтиков. Первый. Второй. Третий, четвертый и пятый. После чего необходимо снять металлическую пластину. Снимаем. Отсоединяем шлейфа от печатной платы. Первый, второй, третий и четвертый. Теперь необходимо открутить саму камеру. Откручиваем первый винтик. И второй. Открутили. Теперь оцениваем металлическую пластину задней камеры. Отсоединили. Теперь отсоединяем саму камеру от печатной платы. И вынимаем саму камеру. Вынули. Теперь устанавливаем новую камеру. Вставляем ее в разъем. Подсоединяем. Устанавливаем металлическую пластину на два винтика. Первый винтик. И второй винтик. Теперь устанавливаем модуль. Подсоединяем 4 шлейфа. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Устанавливаем металлическую пластину, прикрутив 5 винтиков. Первый. Второй, третий, четвертый и пятый. Прикрутили. Теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль. Защелкивайте верхней части и по бокам. Все, закрутим два нижних винтика. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.